XVIII века в храме был пристроен Знаменский предел, так как раньше храм назывался в честь знамения. В 2007 году у нас была возведена вновь воскресная школа. Ее возродил настоятель отец Роман Филатов. Сейчас он архимандрит и живет на Афоне. В нашей школе две группы. Там одна младшая, там занимаются юноши, в другой старшей, там преподают тоже там, для более старших, более понятным языком. В нашей школе преподается также для младшей группы английский язык. И как лепятся некоторые, делают урок труда. Там лепят поделки разного рода. И потом их продают на двух ярмарках. На рождественской ярмарке, на пасхальной ярмарке. Потом средства, которые мы получили, мы отдаем там детским домам. Все. Вот. В нашем храме есть много святых мест. Есть ковчег с частицами мощей. Там мощи святителя Спиридона, например. У нас свой святой, священномученик Дмитрий Ильенко. Он был настоятелем в 1938 году. У нас даже в храме есть его номер. Спасибо большое, ребята! Первому всегда сложнее, правда? Вам будет легче уже теперь знать, что рассказывать.